понадобится: 2 отварных яйца, мелко нарезанный болгарский сладкий перчик, салатный лист, сыр. Сыр у меня моцарелла. Берите именно моцареллу, как по мне она подходит лучше всего. И колбаска у меня салями. Советую взять салями. И вот салями должно быть вот так вот тонко нарезано. Вот такой вот прекрасный кусочек. Все, я вам желаю приятного просмотра. Ну а мы начинаем. Поехали. Нам понадобится форма. У меня форма для кексов. И наши салями. И наши салями отправляем в форму для кексов. Вот так. При помощи рюмки я отправляю салями прямо в серединку. Будем выпекать в духовке совсем недолго, примерно минутки 3-4 при 180 градусах. Вот так. Отправляем нашу будущую закуску в духовку. Пока выпекается наша колбаска, берем миску. В миску отправляем сыр. Затем берем яйцерезку и выдавливаем яйцо через яйцерезку. Туда же отправляется перчик болгарский сладкий. По желанию можно посолить. Я посолю. А также добавлю петрушку. Хотите, можете свежую. Я же добавлю сухую. И майонез. 1 столовая ложечка майонеза. Все перемешиваем. У нас получились вот такие вот симпатичные корзиночки из колбаски. Теперь берем нашу начиночку и отправляем начинку в серединку нашей вот этой вот закуски. Итак, при помощи вилочки ручками вот так вот я отодвину немножечко наш цветочек и кладем начинку. Начинки не жалеем, кладем больше, так вкуснее всего. По желанию можно украсить салатным листиком. Это по желанию, можете этого не делать. Салатный листик можно поместить вовнутрь нашей закуски, либо же под нее. Оба варианта очень хорошо подходят в виде декора. Я помещу вот так вот вовнутрь. Смотрите, как красиво получается. Уже сразу так по-праздничному. Мало того, что она вкусная, сытная, еще посмотрите, какая красивая. По желанию можно посыпать петрушкой сухой. Все. Все готово. Приятного аппетита! Пользуйтесь, берите этот рецепт себе на заметку. Возможно, и вы захотите приготовить что-то подобное на ваш праздничный стол, порадовать себя и своих близких. Ну, а у меня на сегодня это все. Благодарю каждого, кто в этом ролике был со мной, поставил лайк и подписался на меня. Потрясающих и светлых вам праздников. До скорых встреч. Всем пока! Пу!